Всем привет, с вами Филранес, мы продолжаем проходить Киберпанк 2077, делать всякие побочки и прочее, прочее, прочее. Сейчас меня хер принес на самый север. Я появился возле хаты Джуди, ну, собственно, где мы и закончили с вами прошлую серию. И я решил пока что по этому району ходить, будем немножечко миксовать. По крайней мере, пока. Есть какое-то заданько. Рука, она не моя. Это металл. Холодный, мертвый металл. Что с твоими имплантами? Они как бы недоделаны. Без разницы, доделаны они или нет. Бхикшу никогда не модифицирует свое тело. Это противоречит обетам Пратимокши. И они знали об этом. А теперь мне нет пути назад. То есть импланты тебе поставили насильно? Не только мне, еще и моему брату. Нас усыпили и отняли у меня тело. И они насмехались надо мной. Как можно так поступить с живым человеком, а потом насмехаться? Я не понимаю, какой смысл это делать? Кому это надо? Мы, как обычно, собирали подаяние, и вдруг нас окружили эти... Они смеялись, спрашивали, не хотим ли мы импланты, как милостыню. Они были не люди, а какие-то киборги. Говорили, что хорошо бы нас доработать, как инструмент. Мальстрём. А где другой монах? Он у них? Да. Меня изувечили первым. А потом они стали думать, что сделать с ним. Может, ты сумеешь найти с ними общий язык? Умоляю, убеди их отпустить моего брата. Может, еще не поздно. Я не хочу, чтобы его постигла такая участь, как меня. Ладно, помогу. Только предупреждаю сразу, миром с этими киберуродами договориться нельзя. Долбаные клоуны. Помоги нам, пожалуйста. Только умоляю, не проливай крови. Посмотрим, как пойдет. Но так или иначе, брата твоего я вытащу. Не знаю, как тебя благодарить. Ищи склад к северу отсюда. Там держат моего брата. Да куда уж к северу? На дороге, что идет вдоль пристани. Туда, что ли? Монах в беде. Как поэтично. Ты совершишь подвиг, достойный эпоса. Но как? Примешь позу лотоса и замедитируешь их насмерть? Слушай, заткнись, а. Ясно. Вот и поговорили. Так. Вот ко мне сюда не приедет. Обидно. Нет, приедет. Правда, спасибо, я уже добежал. Вот это видок. Какой-то перть. О! Этот. Bad Comedian. I'll knock the devil out of you, listen to Bruce Stone, pitch every Sunday only on. Значит, вот где они держат этого монаха.
Не делайте это. Моя вера запрещает мне импланты. Я не хочу. Не бойся, никто тебя не тронет. Я не с ними. Тогда что ты тут делаешь? Ой, еще что живой. Случилось? Хотя, наверное, не совсем. Вовремя я успела. Ты как тут? С тобой что-то сделали? Мне повезло. Они не могли решить, какие модификации будут смешнее. Банда грёбаных киберуродов. Один предлагал выломать мне челюсть. Даже думать про это жутко. На мое счастье, он не успел. Кого мне благодарить за твое вмешательство? Брат своего. Ну, я мимо проходила, услышала тупые шутки про металлических монахов. А Мальстрём так просто не шутит. На самом деле, меня прислал твой брат. Он не хотел, чтобы с тобой случилось то же, что и с ним. Благодарю тебя за спасение. Но моя жизнь не стоила чужой смерти. Один добрый поступок не оправдывает посеянной тобой жестокости. Вот истинное зло. Брат твой мне больше понравился. Твой брат ждет тебя. Он тут рядом, на площади. Сейчас я дух переведу и пойду к нему. Теперь мой черед его спасать. Ну вот неблагодарная скотина. Может, надо было извиниться за спасение его незапятнанной жопы. Бесят меня святоши, которые делят людей на хороших и плохих. Хорошими и плохими могут быть только поступки. Вот твой поступок был хороший. И видишь, сколько крутого железа само пришло тебе в руки. Мне нравится твой ход мыслей. Ну, в принципе, да. Что за пушку нам дали? Фенрир. Пускает снаряд, который рикошетит на поверхности. Термический урон. Вероятность поджигания. Ну, в целом, вроде неплохо. Еще у меня 1100, 600. Ну, оставлю, может. Неплохая пушечка. Так, что у нас еще есть в этом районе? Есть какая-то кража. А че, где музон? На такой, что лучше бы его не было. Может, помнишь Брайса Стоуна? Его сына зверски убили. Единственная возможность поймать тварь, которая это сделала, найти брейн-данс с записью убийства. Да, ты все верно поняла, к сожалению. Подробная инфа в письме. Ага. Приберись, эти двое платят за охрану. Че, типа, надо застелсить? Так, дружественный режим.
жук. Она дохуя умная! Осторожно! Вообще, мне кажется, имеет смысл попробовать со снайпухи их поснимать всех. Только на снайпуху у меня глушителя нет. Но плохо спрятался! Может и есть. Так, па-па-па-пам. Сбой имплантов, плавление синапсов. Давайте вот это попробуем. Можно камеру вообще вырубить? Вася. Выбить расположение, отправка. Кто-то где-то что-то пиздит. Откуда? А ты-то где? Не вижу никого. Ты пиздит, а где? Все равно я тебя найду! Так, потом. Прямо перед тем, как он... А ты как думаешь? Иначе будет все равно, что подушку режут. Ну что, пора вставать. Что происходит? Охрана! Недалеко, нас никто не услышит. Только давай не будем делать глупостей, окей? Мы просто монтируем и продаем. Сами не снимаем, богом клянусь. У вас тут что, семейный подряд? У людей спрос, у нас предложение. Бизнес есть бизнес. Тебе нужно что-то конкретное? Если не мы, то кто-то другой это будет делать по любасу. Хочешь реального хардкора? Фредди, Night City просит, мы обеспечиваем. Вот и все. Брейнданс с чернухой. Убийство сына пастора. Знаете про такой? Которого пастора? Мы получили свежую партию с мальчиками. Про родителей там ничего не сказано. Нужны подробности. Брайс Стоун, пастор с 54-го канала. Сыну на момент смерти было 12. Бобби Стоун. Черный, белый, латинос. Особые приметы. Способ убийства. Пап, я, кажется, понял, что ей надо. Номер 9430. Кто парня убил? И кто брейнданс передал? Нам никто ничего лично не передает. Делают закладки. Мы их забираем. Так безопаснее. Никто не рискует. Вы же получили исходник. Может, пока монтировали, заметили что-нибудь? Зацепку, след.
отражение в зеркале, татуировку, хоть что-нибудь. Нас заботит только качество материала, не авторы. Будь любезен выдать долбанную запись. Быстро! Ладно, чего психовать-то? Забирай уже! Фредди! Мэм, запись прямо за нами на полке. Номер 9430. Вот она. Вот запись. Забирай уже. Мы никому не... Конечно, никому. Я ничего, бля, мне вот эта запись бесит. Кайф. Летачка наша. Ага, катит. Замечательно. Снимал весь этот кошмар. Заказ закрыт. Хорошо, заказ еще закрыт. Так, это что? Купить тачку. О, есть псих. Еще псих и заказик. Прекрасно, я думаю, этого нам хватит на сегодняшнюю серию. Ага. Ни хрена. Все в порядке? Лилит спрятала десятый круг от глаз наших прародителей. Это что за херня? Видит, что-то не так. Надо бы осмотреться. Кровотечение из глаз, многочисленные колотые раны. Признаки сопротивления отсутствуют. Отличаются цветом от мальстрёмовцев. Старый холодильник, содержащий лед. Возможно, имеет отношение к нейтраннерской деятельности, части тела и внутренности. Вкусняшка. Так, ничего нового. А что еще смотреть надо? Интересный киберпсих. Даже, блядь, жуткий. Смотреть территорию, собрать данные. Так, мне киберпсихов надо кулаками хуячить.
больше бабла насыпали. Типа на крышу. Ну погнали. Окей, бабло я тоже люблю. Так, 1C9 1C Б. Бля, обосрался походу. 55 7 1C. Ну хотя бы так заберем. Что еще за инфа мне нужна? Мусорный контейнер. А, взломать Мальстрёма. Какого? Рождение. Вон там. Ха. Что за говно? Ви, у нас гости. Здорово. Приятный текст. Так, у тебя нахуй. Твою мать. Суровая дамочка. Считать данные с чипа. Как? Бля, ну тут что ли спала с этими кишками? А как считать? Дома чип Мальстрёмовца. С чипа Зори и Зари. Что делать надо, я не понимаю. Зарих Юс.
Многочисленные устройства мониторинга, длинные острые клинки. И как мне с нее что-то считать, я не понимаю реально. Опять баги? Серьезно? Ну окей. Пробнем еще раз. Походу, побочки CD Projekt даже не проходили. Они, походу, фиксят основной сюжет. Вот. Ладно, сам вступил. Так, отправить инфу Реджине. Держим. Похоже, ритуал прошел не по плану, везде кишки кровь. Наверное, мальстрёмовцы входили в киберпространство. Пизду. Все верно, киберпсихоз у женщин встречается реже, тем важнее, что выяснилось, что с ней случилось. Ну, ничем не удивишь. Па-па-па-па-пам, в этих проводах. Пошла резать людей направо-налево. Спасибо. Похоже, это у них такой способ показаться не по ту сторону. Удивительно, все-таки банда Мальстрём. Согласен, совсем поехавшая. Все, миссия выполнена. Прикольно, да. Так, здесь еще один псих. Почему горячая радио-то? Окей, давай горячее. Прикольно, глянь, у каждого киберпсиха какие-то свои заморочки. Правда, видишь, в принципе, сводится к одному и тому. Ну, с другой стороны, а чем это от Ведьмака отличается? Правильно, тоже мы монстрятину нарезали. Просто у них свои какие-то способы были. Ну, тоже он, баб с клинками Богомола. Вон там. Ну-ну. Причина смерти. Количество крови свидетельствует о глубоких ранах, присутствуют следы алкоголя. Опа! Че-че-че, меня сейчас бабуль звонила. А, ты ей очень понравилась. Хо-хо. Спасибо, что поговорила с ней, Ви.
Я знаю, как с ней иногда сложно. Ты супер. КФ. Уже дня три прошло. Так, 7А нету. Е9 есть. 7А, ДБ. Так. М55. Отлично. 1100. Сюда, что ли? Это какой-то неинтересный с резаком. Готов. Так, что его чип посмотреть тоже надо, да? Считать щипа архивный диалог между русаком. Так, подождите, русаки. Прям, блять, масштабное убийство. Так, чё, опять в чипы лезть? Ой, блин. Жители Найт-Сити. Киберпсихопат. Так, Реджинка. А это что-то мне хочет. Ой. Да еб. Там реально у чувака башка взорвалась. Жаль, я не видел уж кто-кто, а ты умеешь порадовать зрителей. Да. Так, а чё мне сейчас не накинули? Опять баги? Сука. Реджина Джонс. Открыть сообщение. Лови. Парень был из тех, кто просто любит жизнь, верен Брику, остальные сразу переметнулись, не знаю, получится ли ему помочь, зато узнаем больше об истоках киберпсихоза. Хорошая работа. Да, может, за этим киберпсихозом кто-то стоит, и типа после всех этих штук мы что-то с вами пойдем раскопаем, там пиздюлей давать. Очень на это надеюсь. Так, чё ещё? Что-то ещё было. Заданька рядом. Помчали. Войти в здание студии. Привет, Найт-Сити. С вами Джошка Воткин. И как всегда, ваше дело – это мое дело. Кого-нибудь завалялись акции городской? Опа. Так, 1С. А, вот, 7А. ДБ. 7А, 7А. Красота. $500? Серьезно? Да идите в жопу, блядь, я больше даже взломать эту голову не буду. По крайней мере, в этом регионе.
Аэрон подорвался. Начнем. Да, обычное СВО. Самодельное взрывное устройство. Стали работать. Так, снайпуха, я думаю, мне пока не нужна. Давайте с пистолетом погоняем. Показали нас по телеку, объяснили, что говорить, чтобы все видели, как они о ветеранах заботятся. Шоу, кровь за страну. Точно. Выдали новомодные импланты, оплатили лечение. Из совета директоров. А потом убрали камеры и благополучно провалили. Блин, тип того. Самое смешное, импланты пришлось вернуть. Вместо них переставили рухлядь первого поколения. Нагнули нас, конечно. Все забрали, выбросили как... Я понимаю, сочувствую. Пушками ты бросаешься. Ты из корпоратов? Отвечай, или стреляю! Охуеть. Че за ебаньку, не пойму. Задание провалено. Я не корпорат. Я от Реджины. Меня зовут Ви. От Реджины? Передай, пусть нахер идет. Заряжено? То, что заряжено, я уже понял. Зачем ты угрожал самоубийством? Я думал, ты из корпорации пришла меня прикончить. Ты бы сдох что так, что так. Но на своих условиях. Эти подонки контролируют все. Но я сам решу, когда мне пора уходить. И Реджине передай. Я не сломаюсь, как она. По пути сюда я слышала твое интервью. Начал трансляцию, как только заметил тебя на видео. Оно не закончено, я не все сказал. Но люди, по крайней мере, узнали правду. Тебя поручено убить. Хотя ты, наверное, и без меня это знаешь. Угу. Так-то мне тоже наплевать. Но Реджина попросила тебя выручить. Выручить меня? Это ей нужна помощь, не мне. Она была гениальным репортером. Лучший, я у нее учился. А теперь продалась. Но меня не купишь. Нет.
Она была твоей наставницей? Не только моей. Она была лучшим военным репортером Найт-Сити. А потом стала фиксером. Да, говорю же, продалась. Раньше все было по-другому. Слово журналиста что-то значило. Каждый из этих сволочей был у нас под прицелом. А теперь можно доказать, что Холк пляшет под дудку Арасаки. Вот только всем насрать. Я сведу тебя с кочевниками. Поживи у них, пока все не поутихнет. Тебе стоит отдохнуть. Отдохнуть? От чего? От ответственности? Извини, но это не по мне. Хватит уже. Пошли. Помрешь тут, и это ничего не изменит. Побег тоже ничего не изменит. Обойдусь без твоей помощи. Ты это назло Реджине? Хочешь ей что-то доказать? Нихера ты не знаешь. Ты же искатель правды, не так ли? Хочешь знать, кем стала Реджина, ради чего она сражается на самом деле? Пойди и поговори с ней. Угу. Если уж на то пошло, для нее это очень важно. Макс? Я с ней поговорю. Не больше. О большем я и не прошу. Ладно, надо только скачать кое-что. Я подожду. Сейчас мы его дефнить будем, да? Машина ждет. Чья? Ты идешь. Красавчик. Так складывается ощущение, что сейчас будет заваруха. Ты кто? Реджина? Куда-то изменилась. Шофер, что дальше? Шампанское? Сигары с черного рынка? Времени нет. Поехали! Удачи, Макс. И тебе. Так просто? А где погоня, пустырёвушки, лютые? Спасибо за помощь. Хорошо, что этого барана получилось убедить. Теперь моя очередь с ним разговаривать. Заказ закрыт. Долг, что ты ехать будешь? Так, еще раз спасибо за работу. Я закину тебя в почтомат. Небольшой бонус не забудь забрать. Так, ну давайте еще заказик. Закончим. $7900. Ни хера себе, блядь. Почему легкие миссии дешево оплачиваются? За эти глянь, насыпает. Так, ну и как раз во вторая кожа. Правда, еще, блядь, у нас заказов. Киберпсих один. Наверное, в следующую серию-то и займемся этим дерьмом. Так, пойдем посмотрим, что это вторая кожа. Поехал.
странно. Кстати, пушечка или разобрать, или продать. Все что ли? Нет, еще кто-то один есть. Живучий, я смотрю, да? Какой молодец. Бля, точняк, я ж снайпух не менял. Так, фургон. Авторизация, важно. Блин, надо будет хилочки выкладывать, уже 200 накопил. Это крыша. Ну, я тебе автоматики говорю, мне кажется, смысла нет никакого. Взламывать, блядь, там 500 по 1000 баксов. Хрена себе, я пушки за такие деньги продаю. Че, этот комп нужен? Фургон, авторизация, важно, локальная сеть, выключить. Что, здесь? Или ниже? Наверное, ниже. Получить доступ к фургону с помощью главного компьютера. Стоять. О, это по доставке фургончика, что-то новенькое. Гоночки будут? Видимо, нет. Нихера, 400 метров. Довольно-таки далеко. Чё-то, короче, пока как-то спорно. Некоторые квесты прикольные, некоторые атмосферные, а вот такой что-то вообще непонятно. Чё за кожа, какая кожа? Ладненько, давайте тогда на этом закончим. Дальше будем продолжать квесты в этом районе. Ну а сейчас с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.